Всем привет! Я профессиональный художник Людмила Филиппова и добро пожаловать на мой канал «Рисуем вместе». Сегодня у меня настроение поэкспериментировать. Иногда это тоже полезно и может привести к какому-нибудь неожиданно интересному результату. Хочу поэкспериментировать в акварельной технике с использованием мелкой соли. Многие, наверное, знают уже ставший классикой лайфхак в акварели с крупной солью, при помощи которой очень удобно рисовать волны, песок и так далее. Но вот об использовании мелкой соли, подмешанной уже в разбавленный цвет, лично я пока не слышала, поэтому хочу сегодня попробовать. У меня есть очень красивые живые бордовые розы, и одна из них будет служить мне сегодня натурой. Моя главная задача – попробовать получить какую-нибудь интересную фактуру, которая время от времени могла бы вносить разнообразие в мои акварельные работы. Например, добиться некого эффекта бархатистости при работе с цветами. Что получится из этого эксперимента, я не знаю, поэтому если вам, как и мне, это тоже интересно, то оставайтесь со мной и смотрите это видео до конца. Начинаю, как всегда, с карандашного рисунка, все более уточняя детали. Рисую я в своем скетч-альбоме, так называемом, где я создаю какие-то незначительные быстрые работы, которые я не планирую выставлять на выставках. Бумага у меня здесь Фабриано, 300 грамм. Для тех, кто смотрит мои видео впервые, еще раз повторюсь и скажу, что я не художник-акварелист, то есть я не работаю только в акварельной технике. В основном я работаю маслом, но иногда, чтобы немного отдохнуть от привычной работы в привычной технике, я могу порисовать и пастелью, и карандашами, ну и, конечно же, акварелью, которая в последнее время меня, кстати, очень увлекает. Довожу свой рисунок до одной тонкой живой линии. Для тех, кто не знает, что это такое, то у меня на канале уже есть видео, где я подробно об этом рассказываю. И ссылку вам оставлю в описании. Я подберу цвета для моей розы, посмешиваю краски, посмотрю, какие оттенки у меня могут получиться в итоге. Кстати, я сегодня использую краски Невская палитра «Белые ночи», 24 цвета, но вы их, наверное, уже и так сами узнали. Это такие очень любимые всеми краски. Свои пробы я делаю на той же самой бумаге, на которой рисую розу, так как на различных типах бумаги одни и те же краски могут смотреться немного по-разному. Ну и подмешаю сразу мелкую соль уже в приготовленный цвет и сделаю такую маленькую пробу. В принципе, после высыхания получилось совсем неплохо, интересная фактура, вполне подходящая для моего цветка. Так что продолжу свой эксперимент уже с розой.
начинаю послойно набирать тон, как это делается в классической акварели, и иду от светлых тонов к более темным, стараюсь передать форму и объем. Скажу честно, я решила не рисовать мой цветок темно-бордовым, каковой является моя натура, потому что у меня нет готовых, красивых, таких вибрирующих бордовых. И я вижу, что у меня вряд ли получится намешать их из тех цветов, какие у меня имеются в палитре. Я боюсь, что они получатся у меня немного грязненькими, тускловатыми. Поэтому я решила не рисковать и сделать мой цветок немного другого цвета. Но зато у меня появился стимул, может быть, приобрести отдельно какие-нибудь темно-бордовые красивые цвета, скорее всего, более теплые, чем холодные, для работы в дальнейшем. Посмотрим. Всю работу я выполняю красками, в которую я уже предварительно подмешала мелкую соль, и стараюсь на бумаге распределять их как можно равномернее при помощи кисти. Задумка у меня такая, что после просыхания каждого слоя я буду аккуратненько сметать соль и в последующих слоях опять-таки добавлять ее снова, чтобы этот эффект так называемой мелкой зернистости наслаивался слоями друг на друга. И если я не ошибаюсь, то в продаже существуют медиумы, то есть такие специальные жидкости, которые как бы кристаллизуют акварельную краску, придавая поверхности такой своеобразный бархатистый эффект. Ну, я также подумываю их приобрести и поэкспериментировать с ними тоже. Но сегодня попробую соль, так как это самый доступный и самый простой способ. Я очень люблю, к примеру, рисовать разные натюрморты с цветами, с фруктами, с овощами. Поэтому мне бы хотелось, чтобы они смотрелись более натуральными, не слишком гладкими, если можно так сказать, а именно обладали какой-то фактурой. Было бы, конечно же, очень просто нарисовать бордовые бархатные розы при помощи легкой велатуры, используя белила, как бы я это сделала, к примеру, при работе с масляными красками на холсте, но я все-таки стараюсь придерживаться классической акварельной техники, в которой белый цвет не используется, поэтому сегодня здесь моя задача значительно усложняется. С этого момента я больше не буду досаждать вас своими разговорами, а предлагаю просто смотреть это видео дальше и наслаждаться моим творческим процессом. Thank you.
Thank you.
какой у меня получился конечный результат. Не знаю, насколько видео правдиво его передает, но могу сказать, что мой цветок получился не однообразным, а с мягкой, не агрессивной, но все-таки заметной глазу фактурой. Наверняка я буду в будущем время от времени использовать этот лайфхак с мелкой солью и очень советую вам попробовать. Ну и на этом я с вами сегодня прощаюсь до следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Всем пока и до новых встреч на моем канале.